Еще небольшой лайфхак такой, расскажу секреты. Многие, ну, дорого, я вам честно скажу, стеклянная теплица дорого из-за вот такого профиля израильского. Ну и смотрите, можно купить обычную легенду под поликарбонат, но вы не сделаете тогда торцы, стеклом не обошьете, потому что торцы разные. То есть торец под стекло, как вы видите у него, он сделал мощнее из трубы 40 на 40, а торец из поликарбоната он по-другому сделает. Там труба стойка идет 20 на 40 и 20 на 20 не усиление, в общем, прогонная часть. Вот, поэтому на такой торец, на поликарбонат, вы стекло не поставите. Но можно купить, сделать стены, чтобы было все красиво. Для этого вам нужно вот такой уголок отлив, на что будет ставиться стекло. Резинка уплотнительная, которая надевается, демпферирующая на стекло. Все это у нас есть. И вот такую базу-крышку. Базу-крышка, она все просто, видите, как защелкивается. То есть основание ставится, потом сверху база-крышка. В нее вкладывается стекло. Мы применяем израильский. Вы его не купите, сразу говорю, в России нигде. Мы выкупили на годы вперед. В России его нет. Вот. И если, например, стены многие делают, можно просто купить и купить стекло на месте. Покупаете обычную уплотнительную резинку D-образную, самоклеящую, проклеиваете каркас. Этот прогон, который там на полике, убираете, он не нужен. И получается вот такое полотно. Купить базу-крышку можно обычную, которая идет... Старого типа тут нету. Ну, обычная база-крышка, только прозрачная, да? Вот такая, но без резины, которая идет для толщин. Она прижимает стекло, потому что мы раньше его применяли. У меня теплица состоит со старым профилем. Вот такой вот лайфхак. Можете очень сильно сэкономить и сделать красивую теплицу, например, стену из стекла. Да даже и крышу можно сделать. Вот видите, если видно, проклеена резиночка демпферирующая по центру, чтобы стекло не соприкасалось с каркасом. Так что вот пользуйтесь лайфхаком. Как Александр Анатольевич, добрый сегодня. Но один минус, вы не сможете застеклить стекло на торце, если у вас торцы под поликарбонат. Вот так. Но стены вы можете все сделать. Все легко. Если просто стену застеклить, вот этот перелив не нужен, который держит верхнее стекло. Уголок верхнее стекло держит. То есть вы просто стекло загоняете, и у вас будет стеклянная теплица, шикарная красота. Ну, для этого нужно будет вам самим купить стекло, профиля найти, ну и самим все это собрать. Это относится к тем, кто из регионов.